Здравствуйте, уважаемые книголюбы! Приветствуем вас в нашей еженедельной рубрике «Librarius рекомендует книги», где мы расскажем вам о трех изданиях, которые должны быть в каждой библиотеке. И начнем мы с поистине увлекательного романа «Шелкопряд». После исчезновения знаменитого писателя его жена обращается за помощью к частному детективу мистеру Страйку. В ходе расследования он узнает, что исчезновение знаменитого автора напрямую связано с его последней рукописью, а расследование превращается в гонку со временем, к которой мистер Страйк не был готов. Увлекательный детектив с неожиданными поворотами сюжета «Шелкопряд» – второе произведение из цикла романов о Кармаране Страйке и его решительной помощнице Робин Эллокотт. А для тех, кто занимается саморазвитием, представляем гениальную книгу Барбары Шер «Мечтать не вредно». Это конкретное пособие о том, как правильно реализовать себя в жизни. Каждый читатель, используя методики автора, сможет реально изменить свою жизнь и превратить невнятные мечты в конкретные достижения. Как заявляет автор, прочитав эту книгу, вы сможете обнаружить свои сильные стороны и скрытые таланты, научиться управлять своими чувствами и слабостями, наметить путь к цели и обозначить сроки ее достижения, не отклоняться от намеченного пути и добиться реальных изменений в своей жизни. Третье издание на сегодня – это большая книга упражнений по развитию памяти малыша. Все родители будущих школьников ждут от своих детей выдающихся результатов в школе, однако они вплотную зависят от способности малышей запоминать и усваивать информацию. Данная книга позволит провести целевые занятия дома, а использование ключевых слов, вопросов и картинок сделает занятия более интересными. Автор книги Инна Светлова – опытный педагог-методист, многие годы посвятивший изучению разработки программ подготовки и адаптации детей в школе. Ей принадлежат методики, направленные на всестороннее развитие ребенка в дошкольные годы, позволяющие сделать переход к школьной жизни естественным и бесстрессовым. Занятия по книгам автора успешно проходят в дошкольных учреждениях и младших классах начальной школы. Исторические романы, фантастические приключения и незабываемые истории ждут вас на полках сети книжных магазинов Librarius, а также на нашем сайте www.librarius.md.